Особое внимание представители комитета уделяли информационным стендам. Проверили работу телефона доверия и фиксацию вызова в журнале. Наличие аптечки и питьевой воды для посетителей. По итогам встречи провели рабочее совещание и наметили перспективы сотрудничества. В целом работу отдела полиции оценили удовлетворительно. Работа, можно сказать, что даже не удовлетворительно, а на хорошем уровне поставлено. И имеется все, и наличие аптечек, и все остальные, вся информация имеется. Все, что касается деятельности, работы полиции в городе Анапы, она работает отлично. Единственное, хотелось бы, чтобы в летний период мы будем ходатайствовать тоже, чтобы добавились люди, потому что то количество приезжих, которые сегодня в Анапе, оно превышает в разы больше населения, чем в обычном режиме.